Я не так давно начал более плотно карандашом заниматься. У него было все видеокассеты пиратские, все картриджи Super Nintendo. Я тоже не знал про аккумуляторы, вот только когда Game Boy появился, узнал, что есть аккумулятор. Здравствуйте, дорогие наши зрители! Всем привет! Сегодня у нас во влоге нинтендовском, как обычно, два Александра, Павел и специальный гость Дмитрий Бурмак. Вот, очень рады. Дмитрий профессиональный художник, иллюстратор, делал много работ по играм, и в том числе по тем играм, которые вы очень хорошо знаете. Дима, скажи, какие у тебя вообще работы такие игровые, самые главные? Так, ну, всем привет еще раз. Вообще я в основном рисую для настольных игр, и довольно давно, уже лет 10. До этого я рисовал немного для обложек компьютерных игр компании Akela. Ой, расскажи подробнее, какие. О, это было еще лет, не знаю, лет 12-15 назад. Там бы Akela закупала много игр, и я не думаю, что они какие-то известные, там, Попугай Кеша, Простоквашино. Простоквашино, это что? Это известные названия, было куча неизвестных игр. Вот, а знаменитая игра, как она называлась, там, «Бой с тенью», а как, «Месть боксера», это нет? Нет, по-моему, такого я не делал. Вот, что-то такое. Потом немного был период, делали до социальных сетей, были браузерные игры, если помните, RPG в браузере. Угу. Вот бойцовский клуб. Бойцовский клуб, да. Вот, да, и территории. У нас были люди из бойцовского клуба, которые, да, делали другой проект. Да. А после этого я ушел на фриланс, и вот уже 10 лет, может быть, 11, рисую для, в основном, настольных игр. И это, например, ну, сейчас я работаю с Magic the Gathering. Очень круто. Уже несколько, да, мне прям нравится, отлично. До этого рисовал, например, Pathfinder настольный. Мы тоже очень уважаем и компьютерный Pathfinder, и настольный. Да, в компьютерном я впервые, у меня супруг тоже жена, супруг тоже художник, извините. И мы вместе работаем на многих проектах, в том числе МТГ, и вот мы и на Pathfinder первый тоже рисовали. У меня там карандашные иллюстрации и в основном настольный. На втором, кстати, мой брат работает. Очень круто, потому что второй недавно вышел, очень хорошая игра, мы уже ее тоже все оценили. Отлично. Очень рады. Лучше всего художник расскажет его работы. Ты же, я знаю, принес показать свои работы, связанные с Nintendo. Продемонстрируешь? Ну, с Nintendo у меня не профессионально, а что-то для себя я рисовал. Понятно, они никому так просто не дают профессионально рисовать, они всегда придут с юристами и спросят у тебя, что ты там такое рисуешь. Да, можно начать как-то, не знаю, у меня на самом деле есть несколько проектов. Мы надеемся, что после этого влога они к тебе не пришлют целый взвод. Вот смотрите, открылась последняя картинка, я только недавно рисовал, когда летом был марафон спидранеров Awesome Games, ну, Summit Games Dunk Week, да. Вот меня что-то так проперло, я его посмотрел и решил что-нибудь порисовать на тему там ретро-игр. Нарисовалась вот такая Зельда. Я взял скриншот за основу и на основе этого скриншота прям вот попытался вот этот сюжет сделать. Я бы подумал, что это просто кадр из комикса. Ну, это быстренько, поэтому немножко комиксовый стиль. Мне кажется, это прям вот... А вот этот прикол в том, что я эту картинку пытался рисовать еще раньше, лет, не знаю, 10 назад. И тот же самый скриншот пытался брать, и вот так вот было 10 лет назад оно... А сейчас вот так получилось. Вот, второй нарисовал по Метроиду. То же самое, взял скриншот там на одном из уровней. Ничего такого специального, ближе к началу игры. Ну, что-то мне понравилось. А как у тебя техника? Сначала ты делаешь карандашом наброски, а потом... Вот это все сделано на вот этом самом планшете, на iPad. То есть прям вот берешь стилус, да, и... Да, тут специальные... Apple-ский карандаш, и прям можно рисовать. И сколько такая работа занимает по времени? Ух, не знаю. Я его как-то вечерами рисовал несколько дней. Ну, это прям... Да. Ну, это бы здорово смотрелось в официальном артбуке. Это очень здорово. Я думаю, что мы можем на Инстаграме у нас разрешение. Вот, кстати, знаете, почему мне захотелось именно в таком стиле порисовать?
Потому что раньше, вот чего не хватает Switch'а, и что было классно в Super Nintendo, что они вставляли мануалы в коробочке. Да. И это было так круто, это было просто... Да, я помню время этих мануалов. Ты вот же принёс, у меня есть секретный документ, да. Так. И вот, например, вот такая вот в Зельде была инструкция. И я просто мог долго смотреть на картинки, которые были в этой инструкции. Сейчас я открою. Это инструкция к картриджу Super Nintendo мануал. Да. Коробочки. У меня коробочки нет, есть только инструкция. Сохранилось с тех времен, когда Super Nintendo только начинал свой путь в России, или уже куплено позже? Это немецкая? Немецкая, да. Почему-то были только немецкие. У нас паловские версии, да, только немецкие. Они на английском, насколько я знаю, выходили только в Канаде. И в Британии. А нам привозили то, что ближе. Поэтому у нас были немецкие. Вот. И здесь просто потрясающие картинки. Они настолько раскрывают историю, так хочется Знаешь, посмотреть. Я думаю, что вот если бы сейчас делали мануалы, вот такие бумажные, большие, к играм, то твои работы там очень органично бы смотрелись. Сейчас другое время, можно в интернете посмотреть. Потому что раньше и картинок-то было не найти. Вот. Что еще? Ну, это очень здорово. А ты ведь, насколько я знаю, вообще давний поклонник и видеоигр, и игр от Nintendo в частности. Расскажи, как начинался твой игровой путь? Да, ну... И повлияло ли это на то, что ты сейчас художник такой? Ну, конечно. В 90-е развлечения вот эти видеоигры — это было одно из главных. И компания Dendy внесла в это прям огромный вклад. Потому что и в телевизоре, и журналы было очень интересно смотреть, и прям, ну, вся жизнь практически была видеоигра. У тебя Денди была? Да, у меня, я долго хотел, я играл у друзей в основном как-то, и потом уговорил родителей. У меня есть второй секретный документ. Так, папочка с секретными документами от Дмитрия. И когда сказали, что надо что-то рассказать про него. О, вот это артефакт. Тетрадочка с кодами, небось. Многих детей из 90-х. Это еще не с кодами. Так, что там? Твои первые наброски? Здесь у меня еще не было Nintendo, я просто описывал игры, как они были. Прекрасно. Но тут есть летопись, короче. Так, можно выдержку? Короче, смотрите. 15 марта 1994 года. Первая удачная попытка купить Денди. Это очень здорово. Почему удачная? Почему первая? Потому что до этого я долго клянчил приставку у родителей. И мама у меня ездила. Тогда было популярное развлечение челночить. Она ездила в Польшу пару раз. И в Польше купила мне приставку. Я сказал, мама, купи мне обязательно приставку, потому что я жить без нее не могу. Она привозит мне из Польши приставку. Конечно, она купила что-то подешевле. Я ее разворачиваю, а там, ну, что-то не такое. Там джойстики не такие. Такие вот палки, да? Да, какая-то коробочка. Atari клон, да, тебе достался. Да, и мне, короче, да, выяснилось, что это Atari. И я вот в Atari играл вот несколько месяцев, пока не упросил все-таки купить. А летопись у тебя об этом? Все равно начинается только с начала покупки Денди. До этого ты летопись не вел. Да, потому что Денди. Я сначала не понял, что это вообще такое. Ну, в Atari поиграл, кстати, было довольно там интересно. Там Рэмбо была игра, я помню. Такая. На двоих. У меня не было названий. А, даже так. Там просто было. Поляки. Я кое-как вычленил, что одна из игр — это «Звездные войны». Так, ну, понятно, с Atari все ясно. Когда появился Денди, что вообще тебя поглотило? Я тогда приведу вторую цитату, потому что купил ее мне в марте, а первый картридж купили в июне. Вот представляете, мучился 3 месяца без игр, и у меня был только кунг-фу, вот такого плана, 1000 игр в одной. Извини, просто небольшая ремарка, вот дети, которые сейчас жалуются, не во что поиграть. Вот, ребята, 3 месяца человек с Денди ждал, когда ему купит первый картридж. Да. Ну, как вы можете жаловаться? Там комплект, наверное, какой-то вот этот был, да, миллион игр в одной. Да, да, миллион игр в одной, да. И там вот этот Яр кунг-фу, да, да, и ты смотришь и делаешь список, сколько вот это. Игра 583, это кунг-фу, там третий уровень. 8 жизней, да. Что это такое? Я просто за 3 месяца можно весь миллион игр этих запустить, мне кажется. Да, я кунг-фу там проходил постоянно. Ну, что-то друзья давали поиграть. Так, какой первый картридж был? У меня записано. Ну, я его и так помню, потому что это просто манна небесная. Это было там были
части, вторые части Чипа Дейла, вторая часть Черепашек Ниндзя, вторая часть Double Dragon. Все. И Том и Джерри был отдельный картридж еще. То есть прям идеальный набор для игры вдвоем был. Да, ну я играл один, на одном картридже. У тебя Дэнди была классик или джуниор? У меня была китайская вонючая приставка, которая выветрилась только, мне кажется, месяца через 3-4. Вот. Такой пластик был хороший прям. Главное, чтобы блок питания у нее не горел. Кажется, нет. Ну, ты знаешь, это добавляло вообще к эффекту. Немножко ты сидишь такой, тебя ведет от этого запаха пластика, и ты играешь, и такой немножко в нервы. А родители не говорят, типа, выключай свою вонючку, сколько можно кинескоп посадишь, да? Ну, конечно, говорили. Так, ну и какие из этих игр тебе больше запомнились? Вот что прям стало любимым? Или вообще что-то другое потом? Мне почему-то самая любимая была игра «Черный плащ». Я вот вижу в тетрадочке, да. Так, давай еще одну запись. Дакинг Дак. Да, Дакинг Дак, с ошибкой написано. Вот, я в нее поиграл, видишь, еще раз до того, как... Еще до того, как консоль купили, да. Да, ну, по-моему, это был просто шедевр. Ты проходил его? Убивал чудесного клюва? Клюва, да, я его долго не мог убить. Но там надо было просто прыгать на крючке сверху и постоянно стрелять. Да, ну, турбокнопками причем. Не знаю, не мог допедрить. Не мог понять, как его убивать. Вот. Так, и после Дэнди, вот после всех этих вот чудесных вторых частей и всего, как дальше стал твой игровой путь? Я не прекратил натиск на родителей, конечно. Потому что в телевизоре Сергей Супонев сказал, что... Супер Нинтендо? Короче, Супер Нинтендо ничего нет. Водка плохо. Супер Нинтендо. Хорошо. Сложно не верить, да, Сережа. И ребенок бился в истерике. Родители, я не знаю, как они, потому что это было выше нашего бюджета намного. Я не знаю, как они мне купили Nintendo, потому что не могли себе позволить ничего такого. Но как-то вот дед сжалился, поехали, купили настоящую, не китайскую. В каком году? Не записал, представляешь, какое событие в 94-м закончилось. Наверное, в каком-нибудь там 97-98-м. Нет, это было... В 98-м уже никто ничего не мог купить, поверь. Ну, в 96-м, может быть, в 5-м. Ну, что-то вот в 6-м, наверное. И Супер Нинтендо у тебя появилось. Опять ждал какое-то время, чтобы картриджи купить. Картридж на Супер Нинтендо стоил, как, наверное, как приставка в какой-нибудь Дэнди, да. Это была засада, потому что Дэнди было просто меняться и находить игры у друзей. А Супер Нинтендо, они мне купили один картридж. Ладно, мать была злая. Какой? Сильно. Я купил единственный картридж, там же не было на Супер Нинтендо, многоигровых. Не было, потому что это официально уже продукция. Да. Поэтому был единственный картридж с несколькими играми. Это Super Mario All Stars. И на самом деле я не пожалел, мне очень понравилось. Хотя там были игры с... Nintendo с 8-битной. Ну, они были хорошие, я тем более не играл ни вторую, ни третью Марио до этого. И мне понравилось. Это хороший сборник, да. Вот. Но доставать новые картриджи — это была засада, конечно. Потому что владельцы Super Nintendo у нас в районе, в городе, практически не было. Вот. Были три, по-моему, человека, которых я нашел. И они, ну, классные ребята, давали мне поиграть. И один из них, я не знаю, кто у него был отец, но у него было все видеокассеты пиратские, все картриджи Супер Нинтендо. Я думаю, был владелец пиратской торговой точки на каком-нибудь рынке Митинском. Вот, видимо, да, что-то такое. Отличный парень, мне давал поиграть все без проблем. И я через него поиграл как-то вот практически во все, что... Что любимейшее, да. Ну, Зельда мне понравилась. Какая именно? Ну, там Link to the Past. А, ну, кстати, вот это да. Прекрасно. Ну, почему сейчас ничего не кладут такую? Ну, посмотрите, какая красота. Кстати, забегай немножко вперед. Все, в общем, она разваливается. Ух, ничего себе. Тут карта Хайрула во всей красе. Надо будет потом обязательно поснять. Новый Link to the Past на Switch, который вышел вот в том году, ты играл? Или даже потом? Link's Awakening, да. Это ремейк с геймбоем. Да. Кстати, геймбой у тебя прошел мимо или зацепил? Нет. Ну-ка, расскажи. Да, геймбой была... У меня родители развелись, и
мама-то мне купила Супер Нинтендо, ладно, а вот папа, когда меня спросил, что мне на день рождения надо, я ему как сказал, давай геймбой. Потому что дядя Серёжа в телевизоре Супоним сказал, что геймбой — это отличная портативная приставка. Он мне, конечно, купил, но, по-моему, больше он меня не спрашивал никогда, что мне подарить. Вот, и купил. Ну, тоже левый какой-то пиратский геймбой. У него джойстик был, у меня пальцы стирались просто. Кожа в кровь от джойстика. Вот, ну, такой тоже поиграл. Что-то у меня там было, Adam's Family. Mortal Kombat 2 был на геймбое. Не детская игра, между прочим. Да, ну я ее там рубился хорошо. Батарейки покупал или заряжал? Батарейки, кошмар это просто. 4 батарейки сколько там, да? 4 батарейки, но они очень быстро уходят, там часа 2, наверное. Всяко лучше, чем Sega Game Gear, которая сжирала 6 за полчаса. Я помню, что я в свое время именно о существовании подзаряжаемых как раз аккумуляторов узнал именно от людей с геймбоем. Да, я тоже не знал про аккумуляторы, вот только когда геймбой появился, узнал, что есть аккумулятор. Так, ну и как же дальше? Ты переключился на другие платформы или продолжил с Nintendo? А дальше уже это последний класс школы и поступление в институт. Не до игр. Не до игр, это компьютер. Для работы, компьютер только для работы и Half-Life. Для учебы. Ну, Half-Life тогда не было. Тогда был Герои 2. И Мист. Да. Тоже очень хорошо. Да. Как же ты вернулся, так сказать, на приставочную стезю, более того, в стан Nintendo попал? Опять. Наверное, это... Я же после Super Nintendo особо не играл ни во что. На компьютере что-то играл. Как-то купил Xbox, на котором я вообще ничего не играл. Первый самый Xbox? 360. Угу. Да. Чуть-чуть совсем. И, по сути, после школы, это вот 98-й год, я закончил. И до вот Switch, пока не вышел Switch, я практически не играл ни на что. И когда вышел Switch... Как ты понял, что тебе вообще нужен Switch? PSP у меня было. Вот в PSP я играл, но я играл только в эмулятор Super Nintendo той же самой. Те игры, которые не допрошел тогда. Да. 8-битные игры. И мне вот как раз не хватало возможности подключить к телевизору, потому что PSP хочется иногда, ну, очень маленький экранчик. Хотелось воткнуть, хоть он будет плохой и разблюренный, ну, хоть как-то поиграть. А ну, когда... Надо было 2000-ю брать, и не было такая возможность. Да, ну, не знал. Вот, а когда анонсировали Switch, и там Super... Ну, там еще не было Super Nintendo, но там нинтендовские игры, и они в классном качестве, и можно подключать телевизор. Я такой, елки-палки, вот мне в детстве не хватало этого. И я как-то вот, видимо, то, что не добрал в детстве, сейчас решил во взрослом возрасте сам себе купить. Правильно. Уже нет таких проблем доставать игры, как было в детстве. Что из любимого на Switch? Сейчас, чуть-чуть перебью. А если ты не играл, то толком, как ты вообще узнал вот про Switch? Нет, про ну я же более-менее работаю в индустрии развлечений как-то, и у меня много друзей, и работы там с компьютерными играми связаны. И я как-то всегда был в теме, что происходит, всегда следил, что творится. Ну, не играл. Смотрел какие-то прохождения. Вот, например, Зельда я не играл, но она мне так нравилась вот, в школе, что я смотрел прохождения других Зельд на YouTube. Вот. Ну, вообще какие-то игры. Так что за играми я следил. Ну, в итоге, когда ты купил Switch, ты уже прекрасно понимал, да, во что ты будешь играть, потому что ты ориентировался в игровой сфере. Да. Какие игры любимые сейчас на Switch? Ну, или прошел с удовольствием вот, последние там, года 2-3? Да, Switch у меня практически не выключается после покупки. Не знаю, ну... Не дрифтят у тебя джойконы? Первые дрифтили, да, сейчас нет. Ну вот, ждем новый Switch OLED, надеюсь, там... Там говорят, что-то можно подложить, что можно... можно залить его... Рецепты разные, да. Как это называется? ВД-шечка залить, да. ВД-40, да. Держу дома специально. Не пробовали? Для этого. Нет, заливал, помогало. Надолго? Навсегда? Нет, не навсегда. Ну, грубо говоря... Раз в год я докупаю новую пару джайконов, то есть... Ничего себе. Нет, ну, то есть они работают больше, чем год, но мне просто используются там по две, по три пары. Mm-hmm.
Вот, то есть, грубо говоря, на, там, на третий год они уже переходят в категорию еле живых. На четвертый уже все. Ну не, я не так активно, наверное, использую. Видишь, так что дело, видимо, в другом. Так какие же игры-то? Ну, конечно, Breath of the Wild. Что там еще? В общем, все, что выходило, я там много что играл из нинтендовского. В основном я играл от Зельды, которые вышли. Потом вышла вот эта Link's Awakening ремейк. И недавно вышел Skyward Sword. Его тоже прошел. Как тебе там управление? Да нормально. Пошел, ты играл, он говорит, не очень ему понравилось. Ну, оно такое. Нет, оно компромиссное, но неплохо сделанное. Но, ну, но оно все равно компромиссное. Ну, я потом, что... когда после Skyward Sword поиграл Breath of the Wild, опять это прям такое облегчение. Вот, наконец-то камеру повертеть можно. Donkey Kong. Ну, а что еще выходило? Это мне надо Nintendo открыть и посмотреть список. У тебя и по каждой, что ли, есть такая ведомость? Ну, теперь-то оно все автоматически видно там. Там еще статистика же ведется, да. Так вот, Дим, у тебя же такой классный игровой путь. Более того, он будет еще класснее, я уверен, в этом году. И в следующем тоже выходит много отличных игр на Switch. Как это повлияло на твою работу? Ну, не кажется ли, ты начал делать наброски еще когда-то давно, когда еще не думал о том, что станешь персональным иллюстратором? Как ты пришел, да, вообще к этому? Ну, да, наверное, рисовать что-то такое, фэнтези-картинки и что-то для игр компьютерных, это все началось с картинок в таких мануалах. В школу нам приносили ребята мануал, например, от Diablo и от Warcraft. Вот в Warcraft втором такой шикарный мануал. Там такие классные орки, эльфы, и я понял все, вот хочу вот таких орков-эльфов рисовать. Ты занимался в школе этим, перерисовывал там, да? Перерисовывал, да. Я сейчас нахожусь в старые журналы про кино там, или для игры я не портил, а про кино все журналы перепортил, перерисовывал Ван Даммана под копирочку. Продавал и, потом? Ну, если бы все этим не занимались, то, наверное, было бы кому продавать. Ну, покажешь, может, какие-то есть ранние работы, которые ты делал вот в те годы, когда начинал свой путь в эту... Так, не покажу, потому что у меня... Ну вот! У меня есть из среднего что-то этапа такой. Да, ну покажи, что можешь показать, что есть. Да. Из раннего совсем... И желательно прокомментировать. А, слушайте, у меня есть из раннего совсем маленький. Вот та самая тетрадка с секретами, которая, наверное... Покажи зрителям тоже. Мне кажется, у каждого была такая тетрадочка с секретами. Да, что... ну не у каждого, наверное, был метод записи. Потому что у меня тут метод записи был. Так, что за метод? Там знак корня, например, означал результат. Ну, если, твои... если корень делаешь, под ним пишешь, это значит, что получится. Select — это жизнь, видимо, выбрать жизнь, вот видите. Ты математическим еще путем подходил к записи. Да, да, у нас что такое. И вот здесь есть какие-то картинки, но они, ну, такие, просто оформлены. Ну, в школе на полях обычно много туда рисовал. Да, да, школьные картинки. Вот, но когда уже это все переросло в такие, скажем, более масштабные работы. Да, вот по играм у меня, например, я что-то лет 10 назад рисовал. Ничего себе. Я, кстати, нигде не выкладывал, потому что мне показалось, скучновато вышло. Ну вот сейчас будет премьера для наших зрителей. Да. Такой карандашный артбук по Зельде. Мне кажется, это просто... Я уже предвкушаю. Нет, тут на самом деле ничего интересного. Ну, кстати, почему нет? Кто-то же нарисовал вот эти вот по Зельде, по Метроиду. Именно такие прям, ну не артбуки, а этот, по сути, гайды. Типа манги? Были, да, были полностью вручную нарисованы. Да, вот недавно. Да, шум, недавно. Да, их, да. Их сейчас издать как раз хотят. Да. Да. Это, может быть, их Nintendo уже прикрыло, не? Ну, там, ну, вроде может, как-то, может. Там вроде как какое-то издательство пыталось договориться как раз, чтобы можно было издать. Да. И был и есть художник японский Кацуи Тирада такой. Если посмотрите в интернете его картинки, он как раз классическим Зельдом рисовал иллюстрации шикарные просто. Тушью, и они такие цветные, раскрашенные. Акварелью, наверное. Ну, расскажи, что за работа здесь? Ой, это что-то очередной приступ ностальгии был по играм, и я что-то захотел нарисовать по Зельде каких-то монстров. Так, кого изобразил? И это было давно, слушайте, мне сейчас
Может быть, стыдно будет даже. Мне кажется, это и очень... тут сложно узнать, на самом деле, что-то. Бимос, там монстры-то одинаковые в частях. Там такой глаз крутящийся есть, который лазером стреляет. Так, а это кто? Это, я не знаю, как его зовут. Череп с... Не помнишь? Не из Дума, нет? Нет, там тоже есть такой череп, и вокруг него крутятся какие-то маны. И это сложно вспомнить, если не играть. Слушайте, Попо, я не знаю, я из Википедии по Зельде записывал. Давайте я быстренько, скучновато. Нет, нет, ну подожди. Тут надо узнавать. Я думал, что Паша знает всех, а он никого не называет. Ред Барри. Ну, конечно, попробую узнать. Вот смотри, Барри, видишь, это он вот так выглядит в игре. А, то есть ты его это вот так даже летает. Переосмыслил немножко, да? Ну, да. Ну, естественно, они все переосмыслили. Наделил деталями дополнительными. Я думаю, что это прям... Видишь, они какие-то жуткие. Жуткие. Я вот по другим играм еще рисовал что-то фанатское. Это по другой игре, да? Не по Нет, это все по Зельде тут. Вот Skyward Sword прекрасный. Нет, это все по Link to the Past. Там просто враги есть с... Ну, просто рыцари с мечами. Ну, это, грубо говоря, как в разных Зельдах одни и те же персонажи и монстры в разном стиле показаны. Ну, так, да. Да, я хотел что-то мрачноватое. Так, такое, грубо говоря, у тебя... Такой Dark Fantasy в мире Зельды, да, получилось? Да, да. Я не помню, тогда еще не было Twilight Princess, по-моему, которая мрачная. Twilight Princess вышел в 2000... Там как минимум была мрачная 2000... Majora's Mask. Значит, где-то нет, было значит, 15 нет, назад, нет, да? Нет, это значит было уже. Это где-то 11-й год, наверное. Угу. Я уже... Так, дальше такие зарисовки. То есть этим работам уже 10 лет, да? Да, что-то тут еще есть такое, ну... Угу. Ну, что-то ну, из свежих работ, я думаю, мы покажем, выведем отдельно. Паш, выведешь на монтаже. Вот. Не только же по Зельде есть. Да, и Бомбермен, по... например, да, есть. Да, вот. Знаете Бомбермена? Ничего себе! Мне кажется, безумный Макс отдыхает. Так бы не узнал, если честно. Это у меня была какая-то мысль сделать. Там уже вселенная какая-то придумывалась. Такой Бомбермен, игра довольно странная. Ходит человечек и взрывает каменные стены между блоками. Я думаю, это прям очень... Должен себя, наверное, одиноко чувствовать. Я какую-то пустыню такую придумал, где древние башни стоят между ними... Это уже готовый, мне кажется, сюжет для какого-нибудь Netflix сериала. А ты в более-менее современных играл Бомберменов? Нет. Кстати, у меня Super Nintendo скин, наверное, последний. Ты попробуй, там мультиплеер очень хорош. Не одиноким, он себя не чувствует. Самое забавное это, ну, во-первых, то, что Бомберменов много, если поиграть в последние части особенно. Просто, ну, как, когда серия развивалась, вот это вот, типа, вторая половина 90-х, начало нулевых, они же там выходили, ну, большая часть игр выходила только в Японии, на всяких там этих PC Engine и прочих консолях. И сюжет в основном развивался именно там. То, что доходило до нас там на других платформах, да, оно было таким, оно было таким более бессюжетным. И сейчас вот Konami продвигает вот это, и там последний, который вот вышел, ну, что онлайн, что Air. Там реально, когда на тебя высыпают просто кучу этих бомберменов разных, такой... У них уникальные способности. Их так много, оказывается. У них характеры у каждого свой. Я думаю, твой бомбермен впишется в это чувство. Но самое забавное то, что в, ну, собственно, на первом Xbox, то есть, получается, году, наверное, в 2004, 2003-2004 году, Konami выпускала очень странного бомбермена. Я не помню, как он назывался, честно, какое у него было название, но он выходил на Xbox, это я точно помню. И он был такой вот, типа, более реалистичный, да, не мультяшный. Интересно, и вот как раз вот мне почему-то такой бомбермен... Я смотрел, как выглядят новые бомбермены, они такие, там, много ярких взрывов, цветов, там, много что происходит. Не так, что на, как на 8-битной, там, и ты там ушел. Разъезжаешь. Да. Очень классные рисунки. Где сейчас тебя можно посмотреть, ну, помимо Magic's Gathering, где можно увидеть твои работы? Или у тебя в Инстаграме? Да, в основном в Инстаграме. В Инстаграме ссылочка один внизу. Ребята, посмотрите, очень классные работы. Я прям в восторге. Вот. И на ArtStation еще. На ArtStation я давно не выкладываю, но я обещаю выложить. Потому что, вот. Если что, можно еще или... Я хотел бы вот о чем сказать. Дмитрий, прежде чем к нам прийти, мы с ним договорились, что он к нам не просто придет и расскажет, и покажет свою работу, но еще и прямо здесь, в студии, нарисует
нам персонажа из одной очень ожидаемой игры. Да. Дмитрий, расскажи, кого ты будешь рисовать и в каком ключе? Вообще, я бы хотел нарисовать саму Сарн, если это, можно. Это, я бы сказал, из нужно. Из Метроида, да. Потому что 8 октября выходит новая часть Метроид. Я думаю, ты в курсе. Да, конечно. Вот. Без преувеличения, долгожданная. И действительно долгожданная игра. И я вот что подумал, что мы прямо сейчас начнем немножечко, набросочек ты сделаешь, а потом, когда мы доснимем наш влог, ты дорисуешь, и эту работу мы нашим зрителям можем с автографом автора выставить на розыгрыш. Так что, ребята, эксклюзивная работа от Дмитрия будет разыгрываться у нас в группе, не пропустите. Дим, ты с чего начинаешь вообще? Как происходит процесс подготовки к началу, так сказать, работы? Что тебе нужно? Так, обычно процесс работы, он начинается с самого простого. Это, ну, хотя бы в голове что-то представить и быстренько как-нибудь это нанести на бумажку. И я уже подготовился. Так, набросочки уже есть. Да, потому что как бы тут просто не выглядело, но в любом случае вот это процесс, на котором нужно больше всего внимания и отвлекаться сложно. Какую ты сегодня? Вот я думал, вот так вот рамочка обвел, вот такую нарисовать, но тут еще три позы руки, сейчас еще подумаем, какая поза будет получше. Так, ну вот у тебя есть уже представление, понимание, что дальше? А дальше мы достаем листик и начнем рисовать. Ну, хотя бы просто покажи вкратце набросочки, а потом мы после этого мы покажем обязательно, как Дмитрий все это делает. Так, набросочки. Вот это будем рисовать. Так. Что, накидывать? Обычный лист. Это какая-то бумажка для графики. Я не так давно начал более плотно карандашом заниматься. Ну, судя на iPad, да? В основном на компьютере, да, в фотошопе. Ну, как видно по Зельде, да, это видно, что я там карандашом особо не рисовал. Так, вот обычный, это, значит, специальный... Обычный специальный лист, обычный, да, специальный лист для рисования карандашом. Обычный специальный карандаш, видимо. Да, слушайте, ну давайте тогда мне место надо подготовить. Ну, просто покажи, какие достанешь сейчас. Ну, давай. Фигуры мы сейчас немножечко, да, отъедем. Да, потому что карандаши надо достать и, наверное, досочку. Так, давай я отсяду. Ты достань, что хотел. Угу. Покажешь, что да, есть. Да, а потом да, мы да, продолжим записывать. Да. Потом еще блок про директ и, собственно, все. Давай. Неожиданно вспомнил, что в первом классе ходил в изо-студию, но ничему не научился. Да? Я научился размазывать акварель по листу кисточкой мокрой. У меня по изу было. Так, Дима, скажи, что у тебя, какие основные инструменты для того, чтобы начать работу? Так, основные инструменты у меня. Лист бумаги для графики. Особый специальный, как-то. Да. Вот. Потом карандаши. Карандаши у меня... Обычный простой грифель, да? От 2B, ну да, графитные карандаши. От 2B до 2H. От 4B. Да, 4B мягкие, 2H твердые. Точилка. А это вот опять у меня тоже вопрос. А именно потому, что здесь разные карандаши с разной жесткостью используются, ты не используешь механические, которые... Нет, можно механические, я тоже... Ну, просто как-то удобнее стал рисовать. То есть именно такими, да. Если заточить, остренькие, и как-то удобнее получается. Просто мне кажется, вот вся проблема, конечно, в том, что они-то стачиваются достаточно быстро, их надо подтачивать постоянно. Да, ну зато не можно по площади порисовать более такие размытые линии. И ластик такой вот. Кахеноровский? Клечка. Это Фаберкасса. Ага, ничего себе. Да. Ну и самое главное, это воображение у тебя, где все уже сформировалось. Да. Вот, пока сейчас Дмитрий будет потихонечку делать наброски, мы начнем обсуждение директа, который прошел на прошлой неделе, в четверг, в ночь четверга на пятницу. И Дим тоже его смотрел, будет нам по мере возможности подсказывать. Ну, раз уж мы начали про Metroid говорить, ты вот видел ролик Metroid Dread, который там покажет. Вообще, как ты ждешь игру? Да, конечно. Super Metroid была одной из самых отличных игр вообще на Super Nintendo. Почему-то я ее не оценил тогда в школе, но... Сразу после, когда появились эмуляторы, я, по-моему, только в нее и играл. Вот. Ты в курсе, там будут сейчас неубиваемые
роботы, которые постоянно... Я стараюсь смотреть меньше спойлеров, потому что я не очень люблю. Ну, хотя я уже, по-моему, все знаю. На директе все видел? Знаю. Да, ролик на директе видел? Да. Ну, в общем, я думаю, что после того, как будет Metroid Dread, у тебя лишь добавится вдохновение к таким работам. Слушай, вот. Ну, по факту, Саш, это же не первый раз, когда в Метроиде тебе показывают злодея почти в самом начале, от которого тебе приходится бегать. Это был в Супер Метроиде, это был Ридли, в самом начале, где он похищает Метроиды. И ты прекрасно понимаешь, что это один из финальных боссов, и тебе до него еще нужно там вот играть и играть. В Metroid Fusion у тебя была эта SA-X, которая вообще, она вот тебя преследует там в определенных моментах всю игру, тебе от нее бегать нужно реально. Там игра построена на том, что ты не можешь ее победить, тебе нужно убегать. И здесь это как бы, ну, тоже нормально для, опять же, для классического Метроида. То есть это часть игровой механики, которая была уже что ты оказываешься, да, в ситуации, когда у тебя есть соперник, который по силам тебя гораздо сильнее, чем ты. И тебе придется набираться сил, опыта, чтобы победить его. Тогда... С помощью там специальной этой контратаки, да, зарядившись энергией. Там вроде несколько этих роботов будет. Да, теперь, я так понимаю, это будут случайные встречи. Если в Супер Метроиде раньше это как-то было скриптово в специальных местах. Раньше это было скриптовано. Это будет чаще, да, их можно будет, насколько я понял, там поочередно выводить из строя, чтобы постепенно избавиться от них. В общем, посмотрим. Ждать осталось недолго. Да, я надеюсь, что мы выпустим наше видео до 8-го. Ты, кстати, не делал еще предзаказ, нет? Кто-нибудь уже заказал? Еще нет. Я хотел сделать предзаказ коллекционного издания, но когда коллекционные издания кончились, я понял, что уж обычную коробочку я успею купить. Не думаю, что их все разберут. И коллекционные кончились? Коллекционные кончились вообще мгновенно. Я не успел. Да, там очень мало было. Вот, так, кстати, как и с Shin Megami Tensei 5, который я успел заказать ДНС. Надеюсь, что ДНС не подкачает. С сумочкой. И привезет, да, с сумочкой, с артбуком и с саундтреком, по-моему. Но на директе показали много всего другого. Вот кто чего запомнил из самого интересного? Конечно же, Чокобо GP. Чокобо GP, между прочим, это не новая франшиза, это продолжение игры. Я знаю, Чокобо Рейсерс, да. Чокобо Рейсерс, которая тоже не блистала на PlayStation 1. Ладно, но здесь, по крайней мере, было видно, насколько ее пытались сделать похожей на Mario Kart. И, опять же, учитывая, что хороших карт-рейсеров, особенно новых карт-рейсеров, не так уж и много. Вряд ли. Я надеюсь на то, что он получится, ну, как минимум играбельным. Вот так вот. Я уж не жду шедевра. Ну, как минимум не хуже, чем этот картинг от Crash Bandicoot. Ну, да, было бы неплохо, если бы он был как Crash или как... Это было бы... Или как это, как... Достижение. Sonic All-Stars Racing. Это было бы выдающееся достижение. Это было бы очень хорошо. Достижение. Ну, хорошо. Понятно, что Actraiser... Как там? Он, кстати, вот это самый неожиданный анонс, Actraiser Renaissance. Да. Сразу же вышедший. Да, который, причем, сразу такой, он выходит прям, я такой. То есть, мало того, что вы воскресили серию, о которой забыли, мне казалось, даже создатели. Это игра какого-то 94-го года, Super Nintendo, который у нас... Гибрид жанров. Да-да-да, о которой у нас, если и слышали, то слышали там где-нибудь... У нас, по-моему, про вторую часть Сергей Супонев рассказывал. Не про первый Actraiser, насколько я помню, в каком-то выпуске Дэнди Новой Реальности. Я не помню, что по ней рассказывали. Я вообще это про нее не помню. А в магазинах, да, мне кажется, никто не видел нас. Плюс ко всему, ну, опять же, вот именно этот вот гад-симулятор. У нас еще Populous более-менее знали на Sega. На Sega еще был этот, скажем, Мегаломания, или как это там называлось? Ну, Мегаломания там какая-то была. Да. Название помню. Вот. Я лично вот помню, Populous был на Sega, и вот тогда про него знали больше, чем про, ну, вообще в целом жанр такой. Мне кажется, до появления Black and White у нас вообще никто не думал, что есть такой, типа, ну, God Sim. А ну, нет, это первые попытки. Был этот Dungeon Keeper, но Dungeon Keeper, он про другое. Ну, Dungeon Keeper был, во-первых, на ПК только в начале, и потом он был позже, потому что на Sega, я помню, выходили что-то в 92-м или 93-м году какие-то. Но неважно, эта игра вышла, у нас, кстати, у меня будет обзор. Она, кстати, игры, достаточно, да? я вот играю, и у нее была проблема, когда показывали трейлер, я такой, она вроде выглядит хорошо,
Но у нее есть проблема, что местами, особенно там по менюшкам и прочее, она выглядит как реально как игра с мобилки. Она похожа на Castlevania, да? На Castlevania для мобилки. Да, да, да. Вот так вот я бы сказал. Что, да, но, опять же, эта игра на самом деле немножечко обманывает всех, потому что, ну, когда показывали больше вот именно платформенную часть, но по большей части ты проводишь время в игре, вот где обустраиваешь деревеньку. И когда нужно помочь там... Типа, монстры лезут на нашу деревню, спаси нас, о боже, и тебе такие. Окей, вселяемся в статую воина и побеждаем. И на самом деле, сами уровни-то там достаточно короткие. То есть, реально, большая часть — это стройка. Ну, большая часть — это коротко, стратегическая игра. Что рекомендуешь? Сложно сказать. Она стоит, что-то там, 1000 с небольшим, по-моему, или 1500. Мне кажется, стоит подождать распродажи. Игра лучше, чем можно подумать, но я не уверен, что сейчас люди, скажем так, как бы отнесутся с пониманием за такие деньги получить такую игру. Она красивая. Плюс мне очень понравилось то, что там есть саундтрек оригинальный, снесовский, и саундтрек оркестровый, ремастеринговый. И ты можешь между ними в любой момент переключаться. Это очень классно. А не то, что было вот. В Dragon Quest. Да. Вот. Но я все еще считаю, что, мне кажется, для основной части аудитории лучше, наверное, подождать распродажи. Что запомнилось на Делефте больше всего тебе, Паш? Мне? Ну, кроме Байонета, по которому мы сейчас отдельно поговорим еще с Дмитрием, потому что есть что спросить, как у художника. Слушай, по-хорошему, мне понравилось все, потому что, как бы, ну, блин... Кроме новой Switch Online, да? Да. Вот это, на самом деле, это самая странная ситуация, и вот о ней хотелось бы больше отдельно поговорить. Потому что, как бы, по анонсам все было, ну, либо ожидаемо, либо... Кирби раз ожидаем. Там слили за несколько часов. Кирби просто покалит. Ну, да, Кирби слили, но да, мне понравилось, что это The Last of Us про Кирби. Это хорошо. Вот, это забавно. Ну и опять же, это трехмерный Кирби, это прям очень хорошо. Потому что, ну, вот именно трехмерного платформера про Кирби. Я даже не помню, если честно. Я помню, Air Ride был трехмерный, но он не был платформером. Но Air Ride не был платформером. Все остальные, в общем-то, в 2D всегда были. То есть даже если они трехмерные, они были в 2D. А тут прям все изометрия, совершенно другой сеттинг стиль. Интересный, да. И как бы все такие типа, да это еще один Кирби. Но на самом деле, мне кажется, он достаточно сильно... должен поменяться. Похож, во-первых, на Mario Odyssey, мне кажется. Ну да, он опять. Единственная проблема, которой, конечно, которой все, у всех возникли вопросы, и это правда, это то, что все футажи нинтендовских игр выглядели очень плохо. Самое обидное, что Splatoon, его второй раз показывают, он выглядит вообще отвратительно, ну, в плане качества картинки. Не в плане того, что игра выглядит. Мне очень нравится дизайн, мне очень нравится стилистика. Мне нравится, что, опять же, что они сказали, что они будут тут, там, сюжетный режим. Больше упора будет на сюжет, больше упора будет на лор. Наконец-то мне это приятно, потому что вот во второй части Octa Expansion мне очень понравился именно как сюжетное дополнение, которое что-то там дополнительно рассказывает, расширяет вселенную. И вот, и мне интересно как посмотреть, но когда показывают игру, и она просто, у тебя картинка на пиксели рассыпается, блин, в момент я такой, почему, вы в чем это все кодировали? Ну, Monster Hunter выглядел хорошо. Monster Hunter, да, ну, это Capcom. Это Capcom, да. Вот, это, кстати, тот тоже, как бы, ожидаемый анонс, но очень приятно, что вот его завезут. Есть подозрение, что кадры некоторые были взяты. Не из Switch-версии, ну, а из версии, которая выйдет на другие. Ну да, давай еще. Вообще, в целом, это был тизер, где показали тебе дракона, такого всего классного, детализированного. Это явно был не из игры. В общем, обладателем Monster Hunter Rise будет хорошо. Ну, это да. Кстати, совсем скоро для них будет же какая-то презентация особенная. Вообще, там несколько презентаций особенных. Последний боец для Super Smash Bros. Который уже все знают, что это Сора, да, которого украли. А потом этот... Animal Crossing. По Animal Crossing будет отдельный директ, должны завести что-то классное. Там, ну, там, во-первых, куча во-первых, всего можно добавлять. Да. Во-первых, там появится кофейня с голубем. С хипстерами этими. Нет. Есть, короче, Брюстер, в предыдущих частях это голубь, он держит кофейню. В, я не помню, кстати, в City Folk или в New Leaf, в его кофейне можно было
ну, собственно, он мог, ему можно было сдавать вот этих вот чуваков, похожих на пожарные гидранты, короче, или на кактуаров из Final Fantasy. Вот. Значит ли это, что появятся вот эти чуханы, кроме Ллойда, который появляется и сейчас? Узнаем 5 октября. Да. Плюс ко всему, ну, опять же, должны завести что-то еще новое. Нет. И это прикольно, потому что, ну, классно, что игру развивают. Хочется дополнение уровня вот этого Welcome Amiibo, который был для New Leaf, потому что тогда было прям дополнение, которое очень много добавило в игру. И, к сожалению, оно сделано достаточно поздно, когда все уже, ну, с кем я когда-то играл на 3DS, они там разбежались уже, кто-то уже 3DS-ки продал на тот момент и прочее. И когда вышло обновление, то есть там вот это вот интегрировали этот Happy Home Designer, дома и прочее, и такой... Прикольно, хочется все попробовать, но уже не с кем особо, да, и такой типа... Ну, видишь, еще не прошло и пары лет. А здесь, да, здесь хорошо, опять же, New Horizons хорошо себя чувствует, хорошо живет, и хочется уже тоже такое большое глобальное обновление, которое добавит там новые острова, например, какие-то. И ну, пусть. Вот и да, в ноябре уже будет сам апдейт, а в октябре... А в октябре расскажут, что в нем будет. Да, что будет в нем, и что, видимо, будет не только в нем, но еще в каких-то. Угу. Ну, то есть, да, как бы, опять же, должны показать нам, как будет развиваться игра, это приятно. А как вам новость о том, что Dying Light 2 выйдет на Switch? В России не выйдет, в России, конечно, никак. Там выйдет Dying Light 1 первый зато выйдет. В октябре уже. Ну, короче, так себе новость, потому что мы не сможем официально поиграть, но я как-то рассказывал, там кто-то у меня спрашивал в передаче про аналитику, как поиграть в облачные игры. Ребят, на свой страх и риск есть рецепт, посмотрите выпуски про Директ. Ну, это, значит, как, говорю. Это примерно как, такая же как информация о том, что Alan Wake Remaster выйдет на Свиче. То есть, как бы, окей, но он выйдет, но хотя то... бы в отличие от Dying Light, он реально выйдет, он не будет облачным. Ну ладно, раз уж ты поднял тему про Switch Online, давай обсудим, что там не так. Я считаю, что очевидно, Nintendo хотела поднимать цены на свой сервис, потому что сколько лет они держатся уже на уровне 300 рублей в год? Я все еще считаю, что, во-первых, не 300 рублей в год, а 300 рублей в год, это если ты в семейной группе состоишь. Ну. А, во-вторых, я все еще считаю, что, ну, как бы для нинтендовского сервиса это адекватная цена. Потому что дороже пока платить за него, ну... Знаешь, как бы вот в последние полгода, наверное, знаешь, Sony вот не оправдывает вложений в PlayStation Plus. Потому что... Да тут Game Pass оправдывает вложения у него, вот, все остальное вот, не оправдывает. На удивление, да, реально, оправдывает вложения пока только Game Pass. И Epic Store. Epic Store что-то... Надо только зарегистрироваться, я там, да, все на халяву дадут. Вложишь время, получишь игры, все, вот так это работает. А у Nintendo, ну, как бы, опять, ты платишь за эмуляторы, которые... В последнее время, то есть, как бы, я готов был оправдывать эти эмуляторы до тех пор, пока они пополнялись хотя бы раз в месяц. Сейчас что-то сломалось, и сейчас туда по 3 рома завозят раз в 3 месяца, и игры еще какие-то такие, такие типа... Вы да, что? Это... У вас столько релизов, которые еще хорошо... А что вы хотели за 300 рублей в год? Вот такой вопрос. Поэтому они... Я напомню, что если ты не состоишь в семейной группе, это стоит 1400 рублей. Так а что тебе мешает завести семью и состоять в семейной группе? Вот. И платить надо, 2000? Да, надо и платить 800, да. Надо же найти еще 2700, тех, кто войдет в семью. И опять же, мы еще не знаем, сколько это будет стоить. Вот, мы не знаем, но... Но то, что появится Nintendo 64, это приятно. Вот то, что, опять же, за Nintendo 64 придется доплачивать, ну, это неприятно. Хотелось бы без доплат, чтобы она была. Да, то есть, я был бы готов к тому, что Sega добавят за отдельную плату. Но я надеялся, что Nintendo своей платформы будет добавлять бесплатно. Это как бы было бы логично. А тут вот они... Они в свое время завезли Virtual Console на Wii. И точно так же, там вот были игры с PC Engine, там были игры с Sega, собственно, точно так же. И они все продавались отдельно. Nintendo свои GTA тоже продавал отдельно, но как в данной ситуации вот у тебя есть много партнеров, которые могли бы точно так же выпускать за отдельную плату, и ты с ними там делишь как-то деньги, которые получаешь с этого. А свои выпускаешь бесплатно. Было столько слухов о том, что будет там Game Boy Advance, Game Boy Color, просто Game Boy игры. Но... Ну, видимо, тоже за отдельную плату. Скорее всего, еще будут.
Я считаю, что, скорее всего, они решили поднять цену. Сейчас посмотрим, готовы ли будут люди, которые не успели купить Mario 3D All-Stars, снова заплатить денег, чтобы поиграть в Super Mario 64, теперь уже по подписке. Я думаю, что они хотели поднять цену, потому что слишком была уж низкая цена. А чтобы поднять цену, нужно как-то людям объяснить, за что они будут взимать эти безумные деньги. И вот те самые игры Nintendo 64 и Sega стали тем самым фактом, благодаря которому они могли заявить о поднятии цены. Но опять же, я хочу сказать, что если они будут также пополнять библиотеки этих игр, как они в последнее время пополняют библиотеки NES и SNES, это точно будет свинство. Будем ждать стоимость, насколько выше. Я надеюсь, что как максимум в половину от того, что мы платим сейчас. Потому что иначе это было бы уже слишком много. В половину была бы, да, неплохая. В половину от 300 рублей? Конечно, конечно. От 1400. В половину от всех, от этих, всего, от да, всех от всех этих ценников. Или думаешь, они уберут семейную подписку, оставят только... Они не могут убрать семейную подписку. Ведь семья! Потому что семейная... Это самое главное. Как можно лишать семьи? Нет, я говорю, семейная подписка, она всегда будет существовать. Это не важно. Это не потому, что это... Потому что Nintendo семейная консоль. Кто-то скажет, как вот люди абьюзят вот эту систему. А потому что семейные подписки действительно бывают выгодными. Вот у меня, например, в последнее время ситуация какая? У меня вот семейная группа уже давным-давно забита. Мы ее когда создали, когда только-только подключился, собственно, когда Nintendo только включила. И теперь у меня ребенок когда такой, типа, хочу поиграть в Animal Crossing, хочу на семью, хочу возьми меня семью. Хочу по чужим островам покататься, она не может. Я такой, заходи с моей учетной записи, играй. У нее своя учетка для этого. И вот ей приходится с моей учетной записи заходить, кататься по островам, там собирать, потом все это себе по почте отправлять. Дочь, ты должна повзрослеть, заведи свою семью. Вот. Короче, я надеюсь, что цена будет небольшая. Половина это максимум. 60%, еще ничего. Это мы потерпим, Nintendo заплатим. Ладно, дальше уже будем смотреть, что там будут за игры, как они будут пополняться. И добавится ли Game Boy Advance, Color, вот это все. Потому что я знаю, еще за отдельную плату больше добавится. Всего негатива собрал именно этот ролик с директом. Ну, в смысле, вот именно вот этот анонс. Да, именно этот анонс, да. Именно потому анонс что, ну, а он действительно, тебе ничего не объяснили, то есть помимо того, что все всегда, вот эта вот ситуация всегда добавлялась бесплатно, и точно так же в последнее время она стала очень плохо выполняться. И тебе такие, мы завезем вам игр, пожалуйста, но вы доплатите за них. Ну еще, кроме еще не скажем, сколько доплатить. Кроме надо. Всего прочего, еще геймпады, которые они анонсировали. Они в Россию не завезут, да. Во-первых. Во-вторых, в Японии это будет геймпад для Мегадрайва с 6 кнопочками, а в Европе и Америке это будет с 3 кнопочками геймпад. Ну, нормально, потому что в Европе и Америке были 3-кнопочные. И это нормально. Для них именно это. Во-первых, у меня был японский Мегадрайв, и я там играл в Mortal Kombat как нормальный человек. Все фаталити нажимались, как они должны. Они с зажатым стартом. Они с зажатым, да. Ох, это вообще ужасно было. Очень плохо. В общем, пока не ясно. Действительно, Switch Online как-то пока озадачил больше, чем порадовал. Но давайте перейдем к главному показу. И как раз и Дмитрий освободился. Bayonetta 3, которую уже и не чаяли видеть в этом году, показали все-таки на Директе. Но мы ее, правда, после этого и не увидим в этом году больше. Я надеюсь, что на Game Awards покажут хотя бы новый трейлер. Потому что она носила, напомню, была в 2017 году именно на The Game Awards. Так вот, Дим, ты же видел? Видел. Ролик Bayonetta? Да. Что как ты, как вот художник, думаешь о дизайне главной героини? О новом облике ее. Да. Ну, я вообще Bayonetta особо не играл, и мне сравнить тяжело, но я что отметил, что это такая общая тенденция сейчас закрывать женских персонажей больше. И она такая более одетая. Ну, Самус тоже, не сильно раздета. Да. Хидеки Камия пообещал, что она почти полностью голая тоже будет в игре. Ой, он пообещал, как пообещал, так слова и забрал назад вместе с деньгами. Сейчас Саша такой, короче, возвращается в офис, открывает Твиттер, там, забанил, все услышал. Вот, я как-то вот это отметил, и... Ну, все, не знаю, симпатично. А монстры как тебе там? Вот эти Годзиллы. Да, прикольно, большой дерутся все. Я не знаю, про что Bayonetta. Я понимаю, что там вот этот махач и мясо, оно радует. То есть ты не играл ни в одну часть, да? Нет. Я тебе прям очень сильно советую. Да, первые две есть, я как-то мимо меня прошли вообще. Очень хорошо. И, что самое главное, сейчас интернет заполонили просто тысячи работ
фанатских, mm-hmm. именно арты по новой Байонете, ну и по старым тоже. И там прям есть такое Кирби в виде Байонета. Ну, там всех подряд рисует, изображает, все что Кирби угодно. Кирби в виде всех должен быть. Ну это понятно. Даже вот недавно там был комикс, как Кирби к доктору пришел. А, вот. Но это 18+. А, с точки зрения, как ее нарисовать, насколько сложно тебе было такого персонажа изобразить самому? Сказали, вот сделай нам, нарисуй нам персонажа вот такого. Типа Байонета? Да, типа Байонета. Ну, я не специалист по девочкам, так сказать. Ну, сам уже. Больше по монстрам. Сам уже. Вот. Да, Самус. Ну, Самус, видишь, она одетая. Ну, Самус, мне мне вообще... Да, рисование девушек не, дается. Не все и не всегда знали, что это девочка. Да, в конце только узнаешь. Некоторые еще не уверен до конца. Да. Некоторые до сих пор не знают. Ну, это знаете, как эта игра, вот эта... Метроид, что там бегает, как будто Метроид, а в Зельде бегает Зельда. Да. И тут такие, да. А оказывается, это не Метроид, а это не Зельда. Метроид, да. И в Данки Конге тоже. Данки Конг, хотя бы Данки Конг главный. Нет, ну в оригинальном. В оригинальном, чтобы был недавно. Ну, неважно. Главное, что Байонета выходит в следующем году на русском языке. Три части я имею в виду. Потому что предыдущие, к сожалению, прошли мимо русификации, и очень большой интерес у людей, и у фанатов, и у просто владельцев Switch, и вообще даже у тех, кто так следит издалека. Например, кто играл в первую часть на компьютере или консоли других, они увидели трейлер этой части и прям заинтересовались историей. Там уже... У меня больше вопрос другой, вот, Саш, ты у нас большой поклонник Байонета. Как тебе мыло? Мыло? Мыло. Мыло должно быть... В глаза попало во время мыло просмотра? Мыло должно быть, чтобы чисто и кристально получилась игра, наслаждаться геймплеем. Я надеюсь, что то, что нам показали, это было все-таки с оригинального, с обычного Switch, с какой-то там продвинутой док-станцией, которая там, в смысле, слушай, ну там на самом деле, мне кажется, самая слабая часть этого трейлера, это в том, что вот там вот это вот длинное вступление, которое очень прикольное тем, что оно обманчивое, конечно. Ну это как камея, да. Как костюм собаки-то стоит, этот. К тому, что вот когда, это, когда все увидели вот этих вот надвигающихся солдат, и все такие типа, они одинаковые, а их просто вытащили из редактора Unreal'а. Реально, они возможно, реально прям вот выглядят возможно. Как... Мы же не знаем, что в игре. Возможно, там так нет, и происходит. Нет, я что понимаю. Они из редакторов, может, это клоны вообще. Мы же нет, не знаем, я не спорю, да. Genome Soldiers, да. Да, из... да, да. Как из Metal Gear Solid. Да. Ну ладно, просто я имею в виду, что вот это сперва или такие типа... Ну анимация мне тоже немножечко... Так, почему она так выглядит? Когда появляется Байонет, все вопросы снимаются, потому что там дальше все красиво. Видел у нее с лицом небольшая проблема, она как-то анимирована лицом странно. И танец у нее немножко... Ну короче, я думаю, что анимация еще не до конца доделана, вот что я думаю. Возможно, она еще скорректируется, я надеюсь на то, что так и будет. Плюс, все-таки мы верим, несмотря ни на что, что, во-первых, Switch OLED сделает красивее любую игру на своем чудесном дисплее. Во-вторых, что в следующем году хоть какие-то будут намеки на апгрейд свеча, имеется в виду в железном плане. Я же не говорю про Switch Pro, да, его да, все да. уже забыли. Steam Deck тебе завезут, вот тебе апгрейд свеча. Кстати, его-то как раз не завезут. На Steam Deck Байонета не будет. Об этом сказал Камия лично. Говорит, всем, кто хочет, чтобы Байонета была 3, была на других консолях, не да, меня да, спрашивайте, идите. Да-да, всем, кто хочет, чтобы Bayonetta 3 была на ПК и других консолях, чего же вы не покупали первую? Да. Что ее пришлось оплачивать Nintendo. И вторую не покупали. Ну, вторую не покупали, понятно, потому что она на Wii U вышла. Да, окей, да. С этим вопросов нету. Но просто первая плохо продалась, эту серию не хотели развивать, пока Nintendo не пришла. Короче, сказала, что имеем? Мы вот это вот мы покупаем, давайте. Что имеем, не храним, потерявший плачем. Вот нечего плакать теперь. А вот как поступила студия, точнее, не студия, компания Activision Blizzard, они пришли к From Software и говорят, сделайте нам, пожалуйста, как вот вы для Sony сделали Bloodborne. Сделайте нам тоже Bloodborne. Говорит, хорошо, дайте нам денег, мы вам сделаем. Только не Bloodborne, а другую. Сделали им Sekiro. Вот так надо действовать. Вот пришел бы Microsoft и сказал бы, дайте нам Bayonetta на Xbox. Microsoft назвали бы ее Skullbound. Microsoft уже приходил. Да, так и было. Получилось не очень. Вот такая история. Дим, я смотрю, у тебя же процентов, наверное, на 40 готов, да? Мне кажется, на 5. На 5? 45. Вот. Твои впечатления о директе, вот что больше всего запомнилось сейчас? Потому что мы уже так резюмируем.
Да, ну я вообще хотел, чтобы Game Boy Advance какой-нибудь вышел. Вот да, мы ждали, чтобы да. появился. Ну, хотя его даже в слухах не было, ну что-то хотелось. А, так я особо ничего не жду, потому что, да, Марио, я 64-й прошел в Mario All Stars, и меня там только привлекает Зельда, наверное, опять же, вот это, поиграть Ocarina of Time. А Sega уже есть в коллекции. Sega Mini? Нет, а на Switch'е Mega Drive Collection. Mega Drive Collection. И там, по сути, все есть. Так что... Кстати, да, это тоже странно, потому что реально выходил релиз, и почти все игры, если не все, они там были. Считай, как геймпас, бесплатно тебе раздают эту игру только в составе Switch Online. Только опять доплатить. А как человек, который платит семейную подписку, я как-то еще в полтора раза больше платить, я не знаю. Вот. Ну, посмотрим, да, что будет. Потому что да. интересно. Самое главное, что эти вот игры, которые назвали, они все выходят либо в этом году, либо в следующем. Вот что меня радует. Что не то, что как Sony там, или там, не знаю, кто еще. Вот у нас там когда-то, то, что как с Bayonetta 4 года назад. Ну, Bayonetta долго. Во-первых, Bayonetta презентовали не на Директе. Давай не будем. Сейчас лукавить с нашими зрителями. Давай тоже быть честными, что... Nintendo все-таки, она презентовала, и она об этом забыла. Это, конечно, не соневское вот это вот свинство, три года кормить нас одними и теми же играми на E3, просто причем вот тем же самым набором, знаешь, который потихоньку уменьшается, когда они релизятся. Когда они все-таки выходят, да? Вот. Но тут тоже такой, типа, мы вам показали, и такой, все, ждите. И 4 года вообще молчать просто об этом. Ну почему? Выпустили же первую, вторую на Switch. Ну, хорошо. Видишь, не все так плохо-то. Ну, неважно, я к тому, что игры-то выходят в этом году или в следующем, хоть есть даты выхода, понимание. Более того, можно уже предзаказ на них-то и сделать. А Metroid так уже вот совсем на носу практически. Так что, тем, кто говорит, что игр нет, ребята, вы что? Вот, вспомните историю Дмитрия, когда у него была консоль, и 3 месяца не было картриджа. Вот, игр не было когда, а не сейчас. Сейчас вообще изобилие у нас. Успевай только сейчас играть. Сейчас вот Варио, Метроид, Марио Пати. Вот. Очень насыщенно. Fatal Frame. Дополнение к Марио Гольфу. Shin Megami Tensei, кстати, очень жду, заказал уже себе эту сумочку. Буду, наверное, сумочки я разыграю, кстати. Будешь ходить с сумочкой? Не буду, а разыграю нашим зрителям, кому нужна такая сумочка. Ну что я буду с сумочкой ходить? Куда мне с ней ходить? Я же не демонов ловить хожу с сумочкой. По магазинам. В общем, ребята, Дмитрий уже, так сказать, в общих чертах набросал и скоро закончит свою работу сегодня. Мы ее разыграем обязательно с автографом и в каком-то из наших следующих выпусков. Внизу ссылочка на его Instagram. Также у нас много отличных роликов уже вышло и еще выйдет. Среди них очень рекомендую про Xenoblade, наш ролик очень хороший, или про Xenoblade. Есть видео про самые графонистые игры так бывает, на да. консолях Nintendo. Кто бы что ни говорил, вот даже Дима усмехнулся, потому что воображение детском они были и тогда прекрасны. А не то, что сейчас смотришь такое, что это там, Sega Mega Drive Collection, это что, как вообще в это играть. Вот, ребят, подписывайтесь, у нас есть классный телеграм-канал, группа ВК. С чатом. Вот. Более того, там еще конкурсы будут проводиться по Метроиду. Наши друзья из Навигатора будут скоро разыгрывать Metroid Dread на картридже. Поэтому мы дадим ссылочку еще, не пропустите в телеграм-канале. Всем пока. Дмитрий, спасибо за рассказ и отличную работу. Мне кажется, зрители должны обязательно оценить это все. И до новых встреч. Пока. Пока.